Здравствуй, лес. Пасмурное утро. Перейду болото. Зайду в лес и посмотрю. Ух ты! Невероятно, а? Глаза мои не верят. Справа, слева. Грибочки. А вот они какие еще. Это лисички. Желтые, настоящие. Вот они где прячутся. Жара спала. Комаров значительно меньше. Плюс 17 градусов. Прионежский район Карелии. Елочки, сосны, березки, осинки, рябинки. Утро. Первая находка сегодня. Молодые желтые лисички. Подальше сыроежка на споры, старушка. А малышню возьмем. Один из смешанных грибных ягодных лесов Карелии. Первые грибы, как они вкусно пахнут. Канал «Сказочная Карелия». Меня зовут Руслан. Сегодня 7 августа. Всем здравствуйте. Еще вижу. Вот они, молодые, чистые лисички. Вот. Интересная находка. Это, друзья, черная грусть. Вот эта поляна среди сфагнума. Огромная поляна. Давайте посмотрим. Сначала подумал, что это горькушка. Но у горькушки белый млечный сок. А тут белого млечного сока нету. Ставим. Брусника в этом лесу начинает поспевать. А это что такое? Вамху. Аккуратненько. Это сыроежка. Такая желтая, опрятная, молодая, чистая. Вкусная лесная ягода. Белые грибы. Думал, бледная поганка. Но нет колечка, и она зеленоватого окраса. А это, скорее всего, мухомор вонючий или белый мухомор попросту. Тоже несъедобный гриб. А вот эти полянка с мухоморчиками. И вот неподалеку сосед. Да. Те беленькие. А это красный подосиновик. Вот абсолютно чистая ножка. Плотная шляпка. Молодой подосиновик. Подосиновички начинают рост. Вот пару дождей мощных и пойдет слой новых. В этом году уже собирал их достаточно много, как и лисичек. Поэтому важно собирать их в слой. Вот. Кто тут у нас пристроился? Это тоже сыроежка. Молоденькая такая. Более 200 видов встречается в природе. Палитра грибов с каждым разом все больше и больше, насыщенней. Это у нас млечник, серушка, простонародье. Очень вкусные грибы, белый млечный сок, характерный признак. Ножки мы не солим. Вот он чистенький. Предварительное вымачивание, 2 дня воду почаще менять. И отварить можно, мелко порезать с маслицем, с лучком.
Да, сегодня уже встречается много неизвестных видов грибов. Посмотрите, какой красавчик. Впервые подобное вижу. Среди сфагнума, мха. Рвать даже не буду. Вот кто в травке у нас тут прячется? Аккуратненько. Это у нас лисички-сестрички. Да, в лесу их встречается очень много. Вот молоденькие ядовитые грибочки. Повторюсь, если есть малейшие сомнения, не собирайте неизвестные вам. Красавчики какие. В черничнике прячутся. Вот они молоденькие какие. Идеальное качество. Фу, немножко остановлюсь, перекушу ягодок прямо с куста. Это ягода черника. Ее здесь очень много. Но далеко добираться не утащить. Ягода спелая, тает на руках. А вот она, витаминная ягода черника. Черника вкусная, полезная. Собирал, сушил в этом году. Осенью выйдет видео достаточно много. Так что подписывайтесь, кто еще это не сделал. Впереди много интересного и познавательного. Пролетим под елку. Вот он какой огромный гриб, а. Посмотрите на его шляпку. Вот моя рука. Старичок. Не удивлюсь, что это может быть чистый, но оставлю зверюшкам. Дальше. Белые грибочки. Мухоморы. Вот они какие даже красивые встречаются, а. Еще один гриб. Яркая лисичка. О! Вот это могучая ножка какая, млечник. Отлично. Еще один стоит. Эти грибы крайне редко, когда бывают червивые. Вкусные. Раз, два и три. Белый млечный сок в корзинку. Рядышком валежник. Аккуратненько. Еще три лисички. Растут массово. А вот и малышня подросла от солнечных лучей. Посмотрите, как. Идеальные. Пропустил. Чуть не наступил. А вот еще один. Качественный грибочек, а. Значит, пошли уже, можно сказать, массово. Сирушки, млечник. Красота. Вот он, гриб в разрезе. Ножки мы, к сожалению, не солим, так как в тазах все делается, чтобы шляпка к шляпке было. Два лакомых кусочка. Желтая лисичка. Тоже начинает трескаться. Дождики были местами, но сухо в лесу. А вот березы и наверху. Гриб чага или трутовик скошенный, название другое. Целебный гриб выше моего роста. Поэтому кто ходит, собирает специально чагу, берут обычно лестницы с собой в лес. В травке. Тебя возьмем. Под елочкой. Охо! Вот это гигантская какая уже, а? Моя ладонь. Очень вкусные жареные в сметане со сливками. Можно мариновать, сушить, заготавливать впрок. Ох, думал, подосиновик стоит, а?
такой красивый гриб. Сегодня уже попадались, не брал. Чистюли. Еще сладкая парочка. Здесь березки, елочки. Возвышенность. Побольше влаги, солнечных лучей попадает, и лисички растут. Да, в этом году очень жарко летом. Еще. В этом лесу не был несколько дней. Приехал в порядке эксперимента. Черники достаточно здесь. А вот лисички. Сразу же аккуратненько чудом приметил. Посмотрим. А вот и молоденькие стоят. Должны уже быть и подосиновики. Скоро и белые грибочки начнутся. Малышню оставлю. На открытом участке еще стоят. Корзину поставлю, пройду, посмотрю, пока дождика нету. А вот она идеальная, впереди береза, вам подойду, покажу с чагой. Собирал в прошлый раз в корзинку, старенькая у меня деревенская, пакетик подложил внизу, чтоб не вываливались грибочки. И вот прикреплю видео, посмотрите. Вот я взял часть гриба, сушил, заваривал. Полезный, лекарственный. В следующий раз приеду, еще возьму. Вот они где прячутся. Попадаются еще грибочки. Вот под ногами. Все в прямом эфире. Все как вы любите. Добрался до одного из своих грибных мест. Вот их очень сложно приметить. Но зато качество просто идеальное. Много насушил лисичек, белых грибов. Кому интересно, адрес электронной почты оставлю в описании. Отправляю почтой России в страны СНГ. Подосиновиков крупных много встретилось, уже не снимал. Я думал, пойдет новый слой лисичек. Но пока надо подождать. Уже очень много насобирал в этом году их. Что-то возьмем, что-то оставим. Не знаю, как качество съемки. Напишите. Очень сложно фокусироваться. Собирать черничники. Приближать. Трава. Ох. Такие вот условия сложные, непростые. Ух, аккуратненько. Вот рябинка у нас уже поспевает. Пролетаем над елкой очередной. В лесу около 40 минут, уже нисколько не жалею. Нашел много видов грибов. Подосиновички попадались, лисички, млечник. Неизвестных много видов грибов. Вонючий мухомор. Коварный, опасный гриб. Вот. Думал, тоже лисички вам покажу. Один гриб сорву. Вот, к сожалению, не припомню название. Такая рыженькая, не путайте с лисичками. Ну вот два гриба. Слева мною неопознанный, тоже рыженький такой. А справа настоящая лисичка. Справа съедобный гриб, а слева под вопросом, поэтому оставим. Я помню, малышню здесь оставлял. Грибы подросли немножко, так как никто и не собрал. А вот еще там, с другой стороны. Обошел. В
валежник, пока в кучку. Желтая сыроежка среднего качества. Можжевельник растет. Парится, кстати, хорошо веники делать. Ох. И пройду, гляну еще одно местечко среди березок. Да, тут далеко и не надо ходить. Главное, от грибов не убегать. Очень вкусные, повторюсь, деликатесики. Недалеко от лисичек. Это у нас млечник или сирушка. И вот какая справа стоит огромная просто. Вот моя рука. И не удивлюсь, что она будет чистая тоже. Да. Вот это грибочки сегодня. А вот это гриб, а. Запах грибной стоит. Вот они слева. Подальше, справа. Вот посмотрите, сколько под елками, под березками их. Вот они под ногами. Всюду, а, красивые грибы. Но несъедобные. Решил проверить место с подосиновиками. А тут нарвался на млечника. Очередной огромный гриб. Чистенький. Кто берет ножки для соления, поделитесь. Так обычно шляпками-то, конечно, одна к одной, как и белые грузди. Вот он, очередной чистый в корзину. В лесу красота, тишина. Ни одного грибника так и не встретил. Скажу большего. В этом году я вообще грибников еще не встречал. В тех местах, где я собирал. И даже ягодников, по-моему. Черника у нас поспела. Брусника поспевает. Осенью будет и клюква. Надеюсь, буду выбираться собирать спелую ягодку. Витаминную и очень полезную. Вот, и не случайно я ушел от лисичек проверить подосиновики. А вот еще один стоит. Посмотрите, какой молоденький. Аккуратненько. Можно выкручивать, срезать. Ножка глубоко уходит. Посмотрите, какой длинноногий. Желтобурый красавчик. Такой уже мариновать можно. Молодой такой генерал. Совсем чуть-чуть. Думаю, сомнений нету в чистоте. Еще лисички по пути. По одной-две группами встречаются. А вот еще подосиновочки пошли, еще пару дождей. Пойдут масса. Вот лисички на моем пути. Очень вкусные. Прямо под ногами. Чуть не затоптал. Ох, лягушонок скакал. Думал, змееныш. Много-много уже сегодня лисичек, сестричек. И крупные попадались, мелкие. Чистенький. Корзинку. Так, вот ельничек опять. И вот очередной гриб. Посмотрите, качество бомбическое просто, а? Аккуратненько. Вот он. Очередной желтобурый. Плотная шляпка такая, а? Пойдут скоро массово совсем малыши. Люблю чистить грибы в лесу, чтоб лишнее не носить. Плотненький, годится. Смотрим, ельник, раз тут больше встречается подосиновиков. Посмотрим новые, блин, места. Чуть не провалился. Вот.
Еще один млечник на моем пути огромный. Фантастический сбор сегодня уже. Идем дальше. Очень любопытно, что будет впереди. Смотрите, кто вылезает, а? Малышандер какой. Аккуратненько. Ага. Думал, первый беленький. А это маленькая сыроежка. И чистенькая, а? Такая кнопочка. Что-то я как-то немножко углубился, а? Леса хорошего нету. Тут как-то мрачновато. Да, попадаются в дремучем лесу. Еще молоденькие сыроежки в корзину. Фух. Вот там какой-то лес есть. Пройду туда. Вот дальше точно не пойду. Вроде травка, березки. То, что надо. Пролетаем. Понял. Юмора, что здесь такое творится. Сначала дерево увидел. Но это тут дятел раздолбил. По-любому. Костровище. Да. Тут кто-то, видимо, из людей ночлег строил или обитал. Вот перчатка. Интересно, дровишки заготовлены. Идем дальше. Как-то немножко жутковато. Сыроежки уже, внимание, пока не обращаю. Здесь такие овраги пошли очень интересные. Так, с перспективой на будущее, так сказать, хожу. Интереснее начинается лесочек. Горка какая-то, возвышенность. Опять-таки неизвестный мне гриб. Думал, горькушка, но без млечного сока белого оставим. Пролетаем. Камеру включил. Фу. Так, не понял. Есть тут кто, не? Ха. Обалдеть, можно, а? Фу. Народ. Фу. Аж мурашки по коже. Вот такого встретить в лесочке я не ожидал. Изба. Нашел это и просто в шоке. А у меня сейчас слов пока нету, вот дышусь. Это старая изба. Топор, печка. Да. Диваны, лежаки. Осмотреться. Обойду по кругу быстренько. Обваленная изба чья-то. Ух. Аж мурашки по коже, а? Рукомойник. Ох. Да, вот нашел. Это и был в шоке. Один в тайге. Такого не ожидал. Как говорится, никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Подальше, подальше с этих мест. Костровище. Было стол. Точно, скорее всего, охотники. Фух, буду лучше двигаться дальше. В обратном направлении. Посмотрю, что будет попадаться. По горкам тут бегаю, брожу. Связи внизу совсем нету. Поэтому заберусь, проверю направление, куда двигаться. Да, здесь совсем глухомань. Тайга. Ох. Так. Вылезаю, вылезаю. Главное не споткнуться. И лучше пройдусь по своему лесу, где
Сегодня уже попадались грибы. Не буду больше экспериментировать. Там что доберем, я думаю, будет достаточно. Какое-то болото тут. В общем, я решил сократить немножко путь. Фу, да. Вот, значит, дом обвалился, куда переселились охотники. А вот тут поблизости, посмотрите, но у меня точно в пакет это все не влезет, стекло, а. Не знаю, в следующий раз буду, если заберу, но это уже не дело. И рядом банки, видимо, тушенка была. Выходим, выходим. Вот он, лесочек. Паутинник сразу на моем пути. Еще лисичек немножко, подосиновиков, если будет. Вот, кстати, покажу вам. Раньше я обозначал вот такими вот веревочками, вешал, когда не было навигаторов, ничего. Грибные места. О, огромный млечник, а уже старенький гриб. Зверюшки приходили, оставлю. На обратном пути. Встретилась семейка. Аккуратненько. А в этом месте я и не собирал. Вот их сколько здесь, посмотрите. Огромная плантация. Гриб на грибе. Валежник. Уверен, здесь песчаные почвы. Да, их тут тьма тьмущая. Рядом и черника. Честно сказать, некогда кушать. Боюсь, ливень пойдет. Успеть вернуться. Да, ягоды достаточно. Где-то покрупнее, где-то помельче. Вот ставлю корзину и поем, отдышусь немножко. Вот и белый, что ли, а? Друзья, смотрите, интересно. Нет, это старичок такой, подосиновик. Оставлю бельчатом. Вот попадается грибов. Уже достаточно собрал сегодня. Серушек еще несколько нашел. Все такие грибы крупные и, главное, чистенькие. Как уже корзину уронил, не выдерживает грибы. Вот еще под листвой попадается аккуратненько. Сложные условия сбора, повторюсь. Очень много травы, но оно того стоит. Знатная жареха будет. Далеко я не ушел, папоротник. О, вот он, еще один могучий млечник. Уже стал заикаться. Такое разнообразие грибов. А главное, чистых. Размерчики XXL. Чистый млечник. Идем дальше.
Ой-ой-ой, сколько же тут, а? Каждому грибочку надо покланяться. Под елкой ползком уже ради таких красавиц. Ну вот с полянки. Да. Фу, столько грибов на обратном пути попалось. Такой грибалки я не ожидал. Сегодня нашли с вами разнообразие грибов. Вот еще лисички. Подосиновки попадались, напомню, достаточно млечника. Буду готовить их. А вот они, желтые лисички. Малыши еще совсем подрастают. Ожидается новый слой. Впереди обильные дожди. Собираю эту красоту и покажу вам, сколько получилось. Не грибалка сегодня, а мечта. Все в своем лесу уже. Ну, конечно, сегодня жутковатая грибалочка вышла. Таких находок не ожидал. Дом, изба чья-то разрушенная. Практически полная корзина. Вот это находки сегодня, а. Неожиданная грибалочка получается. Ух. Корзина пополняется. А вот, кстати, рябинка. Пройду еще, посмотрю. До машины метров 400. Вот еще поляна вижу, обалдеть. Лисички прям повсюду. Поопрятнее буду брать. Вот, пропустил. Ох, огромная какая, а. Аккуратненько, чтобы не сломалось. О! Ха-ха. Гигантские просто. Путаются в травке. От сору очищаю и в корзину. А вот еще настриг. Теперь точно мне грибов достаточно уже. Спасибо, лес. Грибов сегодня мне достаточно. Хватит. Свою корзинку я собрал. Невероятный выход, разведка. Таких результатов я, признаюсь, не ожидал. Достаточно много желтой лисички. Подосиновики пошли. Млечник. Тихая охота удалась. Задавайте вопросы, буду на них отвечать. Ну а вам желаю, чтобы ваши корзины всегда были полные. Спасибо, что подписались. Всем пока.